до одного готовы к встрече ребят. Да, все школа готово. Занимается в одну смену? В одну смену. Маркировка есть на парках? Да, маркировочка обязательно. От пристального взгляда проверяющих не скроется ни одна деталь. Впрочем, представителям образовательных учреждений и скрывать нечего. К началу учебного года они полностью готовы. Нам очень важно, чтобы родители посмотрели, какие безопасные условия пребывания детей в наших школах, как организовано питание, пищеблоки, состояние, безопасные подъездные пути. Со 2 по 6 августа в Одинцовском округе прошла межведомственная приемка школ. 16 числа стартовала общественная. Готовность учебных заведений к 1 сентября проверяют депутаты и представители родительского сообщества. Я считаю, на 100% да, школа готова. К работе, да, к приему учеников, да, укомплектована и как технически, так и преподавательским составом. К новому учебному году в Старогородковской школе готов даже новый класс – медицинский. Учебное заведение заключило договор с первым медом имени Сеченова. Поэтому в программе у старшеклассников уже будет латынь, медицинский английский и физиология человека. Мы набрали класс 22 ребенка, причем у нас, вы знаете, класс очень хороший, потому что там нет ни одного ребенка, у которого в аттестате была хотя бы одна тройка. 9 отличников, остальные хорошисты. То есть я думаю, что учебные программы разработаны. Теперь осталось дело за малым – дождаться начала нового учебного года. Школьные уроки стартуют в очном формате, но с соблюдением всех требований санитарной безопасности. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».